Оползневые процессы на улице Приморской в Черноморске не прекращаются. За минувшие сутки на проезжей части образовались новые трещины. Проезд к некоторым домам затруднен. Местные жители обратили внимание на активизацию процесса в начале ноября. Чтобы избежать аварийной ситуации, местная власть приняла решение отключить участок по улице Приморской от подачи воды. С 2013 года на противооползневое мероприятие Черноморск уже потратил 39 миллионов гривен. В частности, в этом году горсовет выделил 24 миллиона. В городе проводятся берегоукрепительные работы по проекту инженера Владимира Кузнецова. Однако разрушения домов продолжаются как на улице Морской, застроенной коттеджами, так и на Приморской.